Касаемо истории с Боингом, у меня очень смешанные чувства, потому что мне кажется, что или это чудовищная провокация, или это фатальная ошибка. Если это все-таки провокация, то значит, та сторона, которая разработала этот сценарий, имеет и стратегию дальнейших провокаций, и дальнейших военных сценариев. Если же это фатальная ошибка, то мир должен предпринять все возможные усилия, чтобы таких ошибок стало меньше. Слишком часто погибают люди, а слишком часто это не является болью и скорбью всего общества, и слишком часто мы забываем об этих историях, потому что появляются новые.